Твой отец погиб, защищая этот город. Равнись! Смирно! Он учил тебя оставаться верным себе в этом жестоком мире. Что случилось? Худший день за 18 лет службы. Сколько копов? 8. Что они там делали? Приехали на вызов. Нужно подкрепление! Полицейский ранен! Работали профессионалы. 2 стрелка, автоматическое оружие. Сколько тебе было, когда твой отец погиб? Я не случайно тебя выбрал. Я найду их. Мы завалили 2 копов. Нужно убираться. Все под контролем. Машины не наши, номера краденные. Если мы их не возьмем в ближайшие 3 часа, то они уйдут. И что делать? Мы отцепим остров. На Манхэттен ведет 21 мост. Закрыть их. 3 реки. Перекрыть. 4 туннеля. Заблокировать. Остановить поезда и пустить метро по кругу. А потом мы начнем охоту на воров. Ничего не понимаю. Речь шла о 30 кило, а у нас 300. Они должны открыть остров к утру. 8 погибших копов — это одно, а рынок, теряющий миллиарды долларов, — это совсем другое. Мы в полной заднице. Как мы перевезем 300 килограммов кокаина? Твою. Что происходит? Мне всего лишь нужна правда. Говорят, в тебе нет страха. Охотишься на убийц копов. В каждой жертве видишь своего отца. Не стреляй! Он мой! Полиция, с дороги, живо! Тебе не сбежать с острова. Ты сегодня первый коп, который говорит, прежде чем стрелять. Я выясню, в чем тут дело.